Всем привет. Сейчас везем Данте на уколы. А ты ключи взял? А там же висят. Даше надо завести тетради и две книжки. Как раз началась тревога, я не знаю, может ее вообще забрать домой, чтобы она побыла дома с Костей еще, потому что Костя уже сегодня дома, завтра, послезавтра уже уезжает. Быстро, да, время летит. Я бы сказала, очень быстро. Наверное, Дашу заберу сейчас. Не знаю, посмотрю. Что я сегодня такая расстроена. Надеюсь, что в среду снимут собакину уже нашему швы. Сидит бедолаха. У него сегодня, наверное, была температура, буду говорить это, потому что он прям, ну, я градусник ему в жопу не совала, я не знаю. У меня, наверное, должен быть какой-то собачий градусник, чьи, я не знаю. Вот, но он был такой весь горячий, и дышал тяжело, и уши горячие, и ухо-то вроде бы еще припухло, не знаю. В общем, сейчас буду говорить доктору об этом, что было ему не очень. Слушай, я говорю, может, Дашу заберем сейчас с подвала, что она здесь, и хоть с тобой немного побудет, что ты уже все уедешь. И... Мы еще не могли. Да, еще немного с обузу. Да, у тебя триста. Пришла Дашуля со школы, да. И принесла какой-то подарочек, да, что подарочек. Да, дарили к восьмому, да? Да. А все ты подглядав там, а? Смотри. Все подглядались. Патчи. Угу. О, маска оливковая. Ну, Даша любит такие штуки. Это что? Это помада. Да? Да, бальзам для губ. Ничего себе. Супер. Говорят, что слово «ничего себе» говорить не надо. И вот мы стараемся отвыкнуть от этого. Я постоянно контролирую этот процесс. А вот Даша через раз. Да. Может, это не надо стирать? Ой, не знаю. Смотри. Дай понюхай. Пахнет каким-то таким сладким, угу. Как я люблю. Угу. Мне как раз губки такие прям. Ветер еще на улице. Понятно. Хорошо, не ели ничего, но... Классное. Спасибо. Да, спасибо. Такой подарочек к восьмому. Миленько. Угу. У нас вечер. И сегодня главный повар по кухне у нас это Даша. У каждого свое меню. Она приготовила картошечку и салат. Капусточка. Капуста, блин, вот это же зимний сорт капусты, она реально дубовая. Ее надо так хорошо жмакать. Там, спасибо мне, Белочка. Вот, я попробую, но этот кушать уже не буду, бо уже у меня не то по времени. А вот эта капуста с банки. И, кстати, Костя, ты в курсе, что такая капуста, говорят, это минус калории? Да. Я помню, когда работала в магазине, то Лиля очень вот эту капусту такую с банки все время кушала. Она.
Да? А что ты из себя капусту подвинула, а мне картошку? А можно наоборот, мне можно капусту, а тебе картошку. А сюда что, оливье, майонез? Где? Сметану. Ну, прибавь. Я не знаю. Да, что там? Ну, яйца. Нет, тоже. Там оливье, ну или что-то есть? Да. Есть, ну все. Ну, вот это вкусно. А еще есть винегрет. Я не люблю. Не хочешь? А, очень вкусный. Мама, я вот здесь не люблю. Да? Не люблю. Да, Шулечка, очень все вкусное. Спасибо. Хозяюшка наша. Даже так приятно, да? Мы приехали домой. Даша кушать приготовила. Не, ну вообще шикарно. Тюльпанчик стоит. Кстати, ты знаешь, я высмотрела. Ну, ТикТок это великая сила. Чтобы тюльпан дольше стоял. Даньку бежит. Соль добавишь? Нету. Не, в розы добавляют сахар. А чтобы тюльпан дольше стоял, вот здесь берут, его прокалывают иголочкой. Знали такое? Нет. Кто тебе плесёв маленький? Кстати, раскрываться начал. Кто тебе плесёв маленький? Привет! Зайкин мой. Зайкин плебих. Я сняла с него обгортку. И он так пахнет. Он начал распускаться. Так пахнет. Супер. Я помню, короче, как я звонила бабушке. Вы где-то... Ты, по-моему, где-то... А, ты, по-моему, где-то ездила там по делам. Я помню, я звоню, я говорю, бабушка, я хочу сделать топтанку, хочу сделать приятно маметка. Хорошо, сейчас тебе рецепт расскажу. И я по ее рецепту с ней варила. Очень вкусная. Очень вкусная, видишь? Да, ну вот это ж по ее рецепту теперь дашь готовить, видишь? А я помню, как я пришла, а они с бабушкой вчудили, покрасились. И мамка покрасилась, и Даша покрасилась. И они, ну, короче, что хотели, то и робили. Но Даша такая была счастливая тогда. Еще, ну, а, мы тогда по яблоко ездили, помнишь, Даш? Да. И я поехала, я тогда, Кость, поехала к твоей маме. Угу. Они меня за банками, короче, послали. О, а сами, пока я приехала, покрасились. Ну, это капец был. У меня реакция, конечно, была... Да. Сняла Даш этот Данин хохолок, чуть ли не сказала Дашин. Ой, ободок этот. Он, кстати, ухо не чешет, не трогает. Но вот это пока под наблюдением, то он без ободка. Но когда этот ложится спать будем, и что уже никто за ним не будет смотреть, конечно же, одеваем, потому что, не дай бог, раздерет. Ухо, ну спит вот так вот здесь с нами. Да? Зайкин. Зайкин. А у Даши цветочек расцвел, зацвел. Красиво, дек. Беленький, красиво. Данюся. Данюся. У него были эти сегодня... ванные процедуры. Я его помыла аккуратненько. Ой, будет Дося заснула, да? Аккуратно мама покупала кази мене сьогодні. Повителяла, щоб я не тлюсився, не телся. Ой, сидить такий зайкин. Зайчик. Водичку поставили. І Біну любить спати от ета Дашина кімната. От там на порозі. Да, Дашка. Він там обожає спати. Де? Хропунчик. Ой. Так зойку тебе, мій зойки. Даже
пахнет. Он думает, что это тебе цветочек. Ой, ему цветочек. Ой, пахнет, Люся. Вот зацветает. Угу. Нет, все два. Четыре штуки получается. Ой, это уже осыпается. Блин. Да ну ничего, что ты думаешь, он вечный или что? Половина рассыпалась. Да ладно. А пятого там нету погона? Вот, хотя... А, вот листочка. Есть пятый. Я думала, что их только четыре, думаю, как-то типа парное число. Ну, такое себе. Да. Да ничего страшного. Пахнет так. А, ну дай понюхаем. Или он уже расцветает. Вот. Угу. Да не надо, Дашуль, не надо, не надо. Вечером нет, завтра подметешь, ничего страшного, что-то такого. Я не думала, что она так быстро выйдет. А вообще, это знаешь, что говорят, что вечером не надо заметать? Дашуль, угомонись. Я же заметаю, ну... я дам. Вот сон, чтобы не было. Да. Ты знаешь, что говорят, что типа это... Нет. Вечером нельзя там мусор выносить. А вы, кстати, суеверные? В какие верите вы приметы? Например, вот у меня Костя тоже, чтобы... Ой, боже мой, что это за любовь такая? Что это за любовь? Костя за то, чтобы мусор вечером там не выносить, не подметают вечером. Вот. А в какие суеверия верите вы? Вот, каких вы там придерживаетесь? Там, я не знаю. В воскресенье, например, я не стираю. Вот мама моя говорила всегда, что, говорит, Надя, воскресенье, но то на воскресенье. Говорит, не надо стирать, говорит. Кстати, ты кроссовки мои достала? Спасибо, зайчик. И на батарею поставила? Да? Спасибо, зайчик. Говорит, потому что, заметь, говорит, когда ты один раз... простернешь, начнешь стирать в воскресенье, то она говорит, потом оно само как тянется и будешь стирать. И да, были моменты, что я в воскресенье стирала. Да, Даша. А потом я замечаю, мне вроде бы дня нету другого, чтоб только стирай в воскресенье. И я перестала. Я себя вот прям настроила на то, что больше в воскресенье стирать не буду и не стираю. А еще знаешь, что, Даша? Говорят... ну, кто, каждый делает по-разному. Например, ногти срезают вторник и четверг. Вот. Или там голову моют, типа понедельник, пятница. Ну, короче, это за голову моют, ничего не буду говорить, вообще такого не слышала. А вот за ногти слышала. Ну, короче, не знаю, каждый по-своему. Сейчас, как почитаешь эти приметы, то вообще ничего рубить не можно. Да, Данюша? Кстати, аппетит у него тут, фу, слава богу. Ой, бузяйка моя. Я говорила за температуру, что у него подымалась. Подымалась, скажи, малая была вчера. Это, он говорит, ну понятно, говорит, что же вы хотите, такое воспаление и, ну, и отекло ушко. Говорит, ничего, антибиотики, все, колют, делают, все, говорит, наладится. Да? Данился. Через зуба. Ага, тебе зубы торчатся. Угу, понятно. Это уже хочет на кровать.